Здравствуйте. Дамы и господа. Спасибо, что пришли на наш концерт. Я хочу представить своих друзей. Начнем с самого сильного и самого громкого. Давид Сагаманян. Наш замечательный, прекрасный, потрясающий, самый музыкальный для меня Антон Горбунов. Тоже великолепный гитарист Виталий Гудков. Даниэль Федоров, тенор, саксофон. Ай Григорян, трампет. И я, Ману Казарян. Я хочу сказать, первая песня, которую играли, это называется «Suite 1», вторая «Suite 3», а сейчас сыграем «Флорентину». Thank you.
Называется River Song. Первый раз. Thank you.
максимум. И последнее на первом отделении, которое мы хотим играть, потом отдохнем, и наши уши тоже, и ваши уши тоже. В общем, называется «Блюли год». Это по переводе музыка для блюла. А блюл — это армянский народный инструмент. Мы надеялись, что Виталик возьмет блюл, он играет чуть-чуть на блюле, но взял с собой. Thank you.
потом вернемся. Все интересно впереди. Мы вернулись. Первая композиция называется «Деньги аловац». Это по переводе «Хлеб с зеленью». Зелень. Наш гитарист пока нет. Thank you.
сейчас играем один стандарт. Я очень люблю. Называется «Понсиано». Наверное, вы когда-то посмотрели «Маски шоу». Сейчас услышите. Thank you.
есть такой термин музыкальный – диминуэндо. А мы сыграем ритминуэндо. Виталий Гудков.
Daniel Fyodorov. Thank you.
Все. Спасибо, что пришли. Композиция называется «Пристегните ремни». Я, кстати, хочу одно объявление сделать. Кстати, здесь продаются диски, не наши, но нашего замечательного басиста Антона Горбунова. Если хотите, если понравится вам его игра, покупайте обязательно, очень крутая музыка у него. Покупайте. И, кстати, когда у тебя концерт? Когда у тебя концерт? 31 мая приходите в Козлов клуб. Будет концерт Антона Горбунова. Бейс! Антон Горбунов! Спасибо. Виталий Гудков, замечательный гитарист. Интеллигентный саксофонист Даниэль Федоров. Неинтеллигентный трубач Ай Григорян. Самый громкий Давид Сагаманян. Ману Казарян. Спасибо большое.